Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас будет самбуса, чайный ложек дрожь, соль, чайный ложек, соль и мука, вода. Будем тесто делать сначала, потом теплый вода, не теплый через чур, нормальный, средний. Все помешиваем и муку отправим тоже. Сначала тесто сделаем, потом положим чуть-чуть, где-то часов. После часов мы будем делать самбусу. Все у нас готово. Теперь сливочное масло намажем везде хорошенько. И раз мне раскатала я тесто. Вот так везде надо намазать сливочное масло. Или какое у вас масло есть. Руками или щеточками, какой мне руками удобно сливочное масло намазать хорошенько везде. Руками мне удобно, поэтому я руками сделаю и раскатаю. Все, у нас сливочное масло сделано, теперь вот так круглый накрутим. Потихоньку надо покрутить наш тест хорошенько. И будем нарезать и поставить наш начинку. Все у нас готово. Накрутила. Теперь нарезаем вот так небольшой кусочек. Совсем небольшой кусочек. Кусочек нарезаем. И будем оформлять нашу начинку хорошенько. Так, нажимаем наш рулетик, который нарезанный. И будем раскатать слегка, будем раскатать без муки, без ничего. Вот так слегка будем раскатать маленький-маленький. И потом нашу начинку положим. Вот такие маленькие. Нашу начинку положим. И будем закрывать. Вот так. Вот так будем закрывать. Все. И вот так нажмем. Сверху нажмем. Вот так. И все, наши самбуски готовы. Все будем сделать вот так. Раскатаем и поставим. Все, наш самбус. Все, у нас самбуска готова. Теперь намажем яйцо и положим, что у вас есть. Как вы любите. Кто-то любит, надо намазать сыну на что-нибудь. Кто-то любит не без ничего. Насидуна белая любит, поэтому мы намажем сидуна. Это внимание не обращайте, у меня сыночек хулиганит, еще маленький, 2 годика еще, поэтому. Все наше яйцо намажем вот так. Отправим на духовку на средний огонь, чтобы наше мясо и лук тоже готовилось. Небольшой. Вот так. Все будем намазывать. Thank you.
15 штук самбуса получилось. Все, 15 штук получилось. Где-то половина килограмма мяса и 5-6 лук. 15 штук самбуса мне. Теперь мои дети на 2 дня хватит. Все, намазали все наше яйцо. И теперь сидонку. Вот так в серединку положим. И все. Все, наша съедонка тоже. Теперь нашу щеточку возьмем и вот так нажмем, чтобы не упала. Вот так будем делать все нашу съедонку, чтобы поймала, и когда поднимется наш тесто, не было, чтобы упала. Все. Готово. Теперь отправим в духовку. Все, наш самбуска готова. Выглядит вот так. Мягкий. И вкусно. Сейчас поломаем. Один. Вот. У нас готова самбуска. Мягкий и вкусно. Ну, давайте всем до свидания. Кому понравилось, поставьте лайки, напишите на наш канал. Новые видео приходят. Ну, давайте всем до свидания. Пока-пока.